ZBrush 2020 Ford 1930 года. Эксперименты, погнали дальше делать. Итак, вот после второго раза вот такой вот внешний вид у машины. И вот что нужно сделать, нужно найти N именно фары задние вот эти. Одну так маскируем. И вот эту фару опускаем вот сюда на крыло. И делаем ей скайл. Вот эту желтую квадратику. Вот так. Ну, в принципе, размер нормальный. И немножко ее... Так, Alt, левая кнопка мыши. И гизмо вот сюда на крыло ее помещаем. Смотрим, как она села. Многовато. Немножко уведем в бок. Вот так. В принципе, пойдет. И другой внешний вид стал. Так, теперь делаем геометрии, делаем Modify Topology Mirror and Well. Все нормально. Теперь вот с этими фарами давайте разберемся. Так, это N. И так, где у нас эти фары тут-то находятся? Это вот, вот они. Вот так фару подводим сюда. Немножко повыше. Немножко скайл. И делаем Mirror and Well. Так, немножко в бок от радиатора. И Mirror and Well. Так, ну еще немножко. И вот теперь точно нормально будет. Где-то вот так вот. Ну и вот эту вот палку теперь приподнимем тоже N. Найдем эту палку. Так. Вот она. И поднимем ее вот так вот повыше. Типа фары на ней будут держаться. Вот здесь. И немножко к радиатору. Ну вот уже нормально. Так, теперь что делаем? А теперь мы добавляем сидушки. Сразу сидушки добавим. Сидушки будем добавлять крышу долой. Вот она крыша. В саптулах крышу отключаем и переключаемся, ну, допустим, вот так. Так, здесь у нас вот такая штукенция. Нужен корпус. Выбираем N, выбираем корпус. И пока вот эту часть или можно замаскировать, убрать, или лучше ее обрезать, потом добавить уже полностью перемычку. Так, вот так мы ее срежем. Понятно, в геометрии девайды убираем. Пробел держим, передвигаем. И вот так ровненько все это дело ликвидируем. Ну, пока так. Конечно, немножко гадко. Ну, сейчас все это дело закроем, перекроем, подкорректируем. Выбираем теперь, из чего будем делать сидушку. Ну, давайте сидушку сделаем. Ну, давайте опять из куба. Append. Находим куб. Хотя можно взять цилиндр. Давайте с цилиндра. N. Выбираем цилиндр. Делаем Ctrl-D, чтобы он сгладился. Опять включаем именно гизму. И все это дело уменьшаем вот так вот. Перекручиваем. Вот таким вот образом. И вытягиваем. Вот. Где-то так. Так, теперь вытягиваем как-то вот так. И немножко сплюснем. Вот таким вот образом. И помещаем
в машину, делаем S. И опять же растягиваем. Вот так как-то. Ну, ничего, так пойдет. Можно еще немножко сплюснуть, чтобы потоньше была. И увести вот к дальней стенке, с которой она потом сошьется. И будет нормально. Ну а теперь делаем Ctrl. Вытягиваем вниз. Так, убираем девайды, Ctrl, перетягиваем, перекручиваем, чтобы видеть еще лучше, давайте N и найдем двери. Так, это понятно. Вот они, двери. И их тоже отключим. Переключимся N на сиденье. И подтянем сидушку вот сюда, вот так вот как-то. Чуть-чуть можно повыше приподнять. Все нормально. Ну а теперь попробуем махинацию такую сделать. Делаем всему этому Dynamesh. Нормально срослось. Выбираем вот так и Ctrl-I и перетягиваем вниз ее. Вот, так вот. Вот таким вот образом. И делаем немножко вот таким макаром поджим. И вот так тоже. И уводим чуть-чуть назад. Вот так. Dynamesh'ом. Ну, нормально. Теперь все это дело еще немножко вот так вот сплюснем, чтобы за двери не выходило. И Ctrl уведем вот сюда, вот назад. Так. И еще назад, но чтобы не выходило именно из окна. Ну, вот что-то в таком духе. Так, все это нормально. Так, теперь что можно? Ну, это потолок добавим. Все будет хорошо, словом. Это пока мелочи, все срастется, все раскрасится. Так, сабтулы. И теперь Shift и на глазок нажимаем, все включаем. Маску снимаем. Так, сиденье есть. Стекла можно уже в блендер добавить. И тут тоже можно подобавлять. Сейчас разберемся в процессе. Ну, ничего так получается. И Ford 1930 года. Теперь давайте колеса. Делаем Appen. Добавляем вот этот ринг. N. Переключаемся на ринг. Смотрим, что-то как уменьшаем, перекручиваем и подгоняем сразу вот на эту правую сторону. Вот так. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем, все подравниваем. И еще раз уменьшаем. Так, где-то вот это будет покрышка. Ну, пробуем, примеряем, как все это дело пойдет. Ну, в принципе, неплохо так. Вот таким вот образом. Теперь, что можно сделать? И размер, главное, подходит. Так, вот эту подвеску вниз надо будет опустить. И тут вот будет два путя. Если мы сейчас от N находим подвеску, вот это, опускаем ее чуть пониже и находим вот эти шайбы,
опускаем их тоже пониже. И N находим. Это уже задний мост, вот эти вот болванки. Так, что тут? Ну, в принципе, сейчас разберемся. И вот это колесо подгоняем вот сюда. И немножко в середину находим. Вот как-то так. Уже нормально. Ну и будем делать, наверное, по-простому. Вот от этой середины добавим append и добавим, так, цилиндр. Жмем N, находим цилиндр. Вот он сзади появился. И теперь его до предела уменьшаем. И как велосипед делали. Ну, кто смотрел ролик по велосипедному колесу. Вообще-то у них были деревянные сначала вот эти вот спицы. И колеса были деревянные, от чего ломались. Потом стали уже металлические, спицы появились. Так, вот сюда опускаем. И вот нужно теперь все это дело еще уменьшить. Так, она на середине. Подгадываем, подставляем. Где-то вот именно, чтобы посередине колеса было. Так, еще немножко. И немножко вперед. Вот так вот. Пусть пока такая будет. В принципе, можно еще ее потоньше сделать. Но не знаю потом, как будет при Dynamesh все это гадко, наверное, развалится. Давайте тут тонко дюже делать не буду. И теперь делаем всему этому геометру, делаю Dynamesh. Что и следовало ожидать. Так, Ctrl-Z. Dynamesh чуть-чуть прибавляем. Во. Ну, уже куда не шло. И погнали. Так, теперь Ctrl. Вытягиваем. Перекручиваем. Вот так. Ctrl. Вытягиваем. Перекручиваем. Подставляем. Ну и погнали опять же. Ctrl, перекрутка, опуск. Так вот как-то. Так, попробуем теперь сделать Modify Topology Mirror and Well только по Z. Так, Ctrl-Z. Тогда по Y. Ctrl-Z. Так. А
Так, вот они появились. Вот эту часть маскируем, а вот эту часть попробуем перенести. Так, теперь отключаем гизму, вытягиваем вот эту тут направляющую и гизму назад сюда. Так. И вот Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z назад возвращает. Подставим вот сюда ее. Так, ну, в принципе, пойдет. Так, теперь нужно N-панель и добавить колесу обод. Добавляем Ctrl-D. Маску убираем вверх. Центр находим на диске. Вот так приблизительно. Маскируем, делаем Ctrl-I, размываем Ctrl-маску и немножко все это дело раздуем. И сделаем Ctrl-W разные полигруппы, чтобы потом раскрасить, чтобы получилось вот таким вот образом. Все, это дело есть. Так, ну спицы пойдут. Теперь давайте выберем вот так вот колесо. И геометри модифи топологи сделаем по иксу. Так. И вот эти подставим вот сюда. Есть такое дело. Теперь вот эти вот решетки. В смысле спицы. Делаем геометрию и делаем сразу вот так по X и по Z. Идет сохранение. Сейчас посмотрим. Маскируем и спицы приближаем к колесу. Так, теперь гизму отключаем, перематываем. Гизму включаем и подгоняем уже вот такую область. Так, прозрачность и по центру где-то ставим. Вот так.
N находим задний мост. Вот он. И с помощью гизма находим ему центр. Вот так вот. N находим вот эти вот шарниры-переходники. Подставляем назад. Маскируем вот эту штуку. И диск выводим вперед. Смотрим, где он, что он, как он. Ну, где-то вот так. И немножко вниз. Так, N опять вал. И вал еще немножко пониже. Ну, уже нормально. Теперь N. Находим шарниры вот эти. Маску снимаем и опускаем их где-то так. Теперь делаем Mirror and Well. Все нормально, все зашибись. Так, здесь тоже зашибись. Только вот эти нужно тоже подгадать. Жмем N, находим вот эти ляпухи. И немножко их на глазок корректируем. Так, все нормально. Тут, конечно, еще много деталей, каких надо добавить. Но это уже второстепенно. Так. Что еще? Теперь нужно ж вот эту крышу восстановить. Так. N, выбираем крышу. Ctrl-D, делаем ее поплотнее. Маскируем вот где-то вот эту часть. И делаем ей Ctrl-I. И вот такую вытяжку. Вот так. И немножко вот так. Во. Ну, это шедевр автопрома. Так, что еще тут нужно добавить? Ну, давайте добавим стекла. Это значит, опять же, append и добавляем куб. N, переключаемся на куб. Скайл уменьшаем. Делаем геометрию, делаем DynaMesh. Так, тонко делать опять же не надо. Скайл прибавляем, делаем чуть-чуть потоньше, чтобы потом не было дырок. Где-то уплотняем и сейчас подгоняем вот всю эту конструкцию вот сюда вот. Так, смотрим, стало. Теперь делаем Ctrl, вытягиваем окно, перекручиваем и ставим ее на ось X, то бишь на правую, на левую сторону от меня.
Так, вот вытягиваем немножко потоньше и вставляем ее вот сюда. Пусть двойная будет, не беда, все равно они, по-моему, не открывались. Ну и опять же делаем Ctrl-Z. Это маскированное. Ctrl-Shift-Z. Все на маске. Ctrl и вытягиваем вот сюда. Здесь мы уплотняем. Подгоняем, расширяем. Ставим можно прозрачность. Уменьшаем окно. И пусть типа оно будет приоткрытое. Вот так и вот так как-то. Так, сразу, наверное, сделаем, чтобы она цельная была, поднималась, опускалась. Во. Вот таким вот боком. Так, ну теперь проблема его ж теперь в дверь в кривую засадить. Во. Задача какая. Можно было в блендер все это дело смоделировать, конечно. Так, ну ладно, это мы тогда обрежем. Не судьба. Или пусть она в кабине находится, чтобы как-то вот так. И потом, если будем поднимать, она будет в кабине. Это ж нехорошо. Нехорошо. А если перекрутим и подгоним, ну, в принципе, попало. Ишь ты, уж ты, ах ты. Все нормально попало. Так, теперь делаем Ctrl и вытягиваем это окно вперед. Разворачиваем, подгоняем. И расширяем вот таким вот образом. Так. Перекручиваем. И уводим в кабину. Ну все, бомба. Снимаем маску и делаем Modify Mirror and Well. Вот уже машина стала машиной. Что нам нужно теперь сделать? Нам нужно добавить руль, панель, там всякую шнягу. Давайте добавлять. Так, отключаем окна пока. Отключаем N-панель, крышу. И добавим опять же вот этот торус. Import ring. Вот этот добавим. N. Переключимся на не понял, а куда он добавился. Опа, здравствуйте. Вот она где. Ну, а теперь делаем ему S. Так, ну руль толстоватый. Посмотрим, поможет ли нам деформация и именно инфлат. Во. Вот теперь верю. Ну а теперь нужно сделать геометрию и сделать DynaMesh. Ctrl-Z. Детализацию
прибавить. И Ctrl-D пойдет. Теперь, что еще можно добавить? Добавляем append. И вот этот цилиндр. Так. N. Переключаемся на него. Делаем scale. Включаем N-Torus. Где он тут находится? Вот он, руль. Так, это пикало слишком маленькое. Сделаем ее чуть-чуть побольше. Вот так. И чуть-чуть сплюснем. Вот таким вот образом. Теперь продублируем, сделаем дубликат. Дубликат вытянем и уменьшим еще S. Вот так. Пусть пока тут повисит. Будет руль. Потом его обрежем, подгоним, как он там станет. Ну а теперь делаем вот этот дубликат. Так. Вот этому всему делаем дубликат, делаем S. Поднимаем кверху, делаем еще вот, уменьшаем. Перекручиваем. И подгоняем к рулю. Так вот, так вот. Alt левая кнопка мыши, Shift левая кнопка мыши, выравниваем. Вот так вот. Вот так опускаем и вытягиваем сразу на сквозную вот так вот ее. Теперь Ctrl перекручиваем. Ctrl вытягиваем и перекручиваем еще раз. Думаю, так пойдет для руля. Так, снимаем маску. И немножко его вводим в руль, чтобы нигде опять же не торчал. Так, вот эту часть сигнал опускаем ниже и погнали. Что там еще у нас? Объединять руль. Делаем merge. Merge down. Ok. Merge down. Ok. Ну а теперь все shift. Левая кнопка мыши выставляем. Нормально машину. Так. Zoom уменьшим. Так. Alt. N. Отключаем крышу и N включаем руль. Перекручиваем руль и уводим его в машину. Так, N. Стекла еще, наверное, нужно отключить.
Не понял, а куда пропал руль? Ctrl-Z. Так. Вот это тогда отключить. Переключиться на руль. М. Найти стекла. И стекла тоже отключить. На руль. Так, руля перекручиваем, подставляем. Немножко S уменьшаем, подгоняем. Теперь включаем вот эту стойку для руля, на нее переключаемся. И вот сюда ее подгоняем. Так, наверное, N еще и двери надо отключить. N. Стойка, во. Руль тут. N. Стойка вот так идет. Где-то вот таким вот образом. Не буду пока усугубляться в это дело. Давайте еще руля подкорректируем, подгоним, поставим как-нибудь его. Пусть пока тут находится. Все. И включим все стоп-тулы. Ну вот, получился вот такой Ford 1930 года. Так, что тут еще нужно сделать? Ну, давайте вот эту решетку мало-мало облагородим, чтобы более-менее как-то симпатично было. И вот с этими дверьми как-то тут надо пообрезать, чуть поработать с ними. Стойку будем делать, вот эти, в смысле, вот эти вот части закрывать. Делаем, значит, какую штуку делаем? Append, добавляем куб. N, переключаемся на куб. Ну и все по старой схеме. Уплотняем со всех сторон. Так, пока большую надо сделать, чтобы вам виднее было. Так, получается вот такая заготовка. Маскируется вот здесь вверху. Перекручивается. Так. Ctrl-Z, Ctrl-I. Перекручивается вот таким вот образом. Ничего так неплохо. Ну а теперь вот эта часть тоже маскируется и перекручивается в эту сторону. Теперь делаем всему этому Dynamesh. Только резолюцию чуть побольше. И немножко все это дело уплотняем. Вот
Так. Ну, прикольно. Саптулы все включаем. Это значит S. Подставляем вот сюда. Прибавляем. Расширяем. Уменьшаем. Так. И перекручиваем. Ну, как-то вот так вот. Ctrl еще раз перетягиваем. Ctrl перетягиваем. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И теперь перетягиваем вот так вот. Подставляем боком вот так вот. Во, вот теперь нормально. Снимаем маску, придвигаем к раме. Вот сюда вот так вот подставляем. И немножко перекручиваем и вгоняем ее вот чуть-чуть в корпус. Немножко делаем потоньше, типа как решетка. Вот так вот. Так, ну и немножко нужно перекрутить. И немножко увести вдаль. Типа показать, что там пустота все-таки есть. Во, вот так вот. И сделать Geometry Modify Topology Mirror and Well. Так, тут еще нужно добавить какие-то детали. Ну, давайте найдем теперь N. Вот эти вот балки нижние. Так, они N. Вот эти. Ставим прозрачность, маскируем, Ctrl-I, и немножко, наверное, как-то их можно перекрутить, чтобы они вот с этой балкой состыковались. Как-то так. Конечно, это недостоверно, но все-таки машина-то должна на чем-то быть. Ну и заднюю вот эту часть, здесь вот вообще-то металлическая какая-то штукенция. Ну давайте выведем вот эти тоже Ctrl-I. Детали будем потом сдаваться. Так, вот так вот. Mirror and Well.
чуть-чуть, наверное, для красоты вот так как-нибудь насквозь обрежем. Все. Так, смотрим теперь М двери. Замаскируем одну дверь, вид сверху, и попробуем эту дверь перекрутить. Что у нас тут получается? Как она вообще выглядит? Понятно. Снимаем выделение. Ставим резку и обрезаем прям побольше пол двери. Теперь вот это все маскируем. Так, делаем Ctrl-W. Делаем сразу Dynamesh, маскируем и попробуем вытянуть. Так. Вот таким вот образом. Ну, нормально. Все, двери целые, не битые. Так. А их потом опять подкорректировать. Ну, в принципе, получился вот такой автомобиль. Вот такой вот дизайн. Ну, а теперь можно его текстурить, объединять, раскрашивать. Где-то добавлять какие-то детали можно уже и в блендер. И тут также можно подшаманиться немножко что-то добавить. Ну, словом, следующий ролик будет по текстурам. Будем наносить текстуры, как именно в игре «Мафия». Так, а если двери отключить, то у нас получается вот такая штукенция. Кресло, тут еще педали, конечно, можно добавить. Так, N. Где тут стекла-то? Вот они, стекла. Ну и неплохой автомобиль. Все, всем пока. Следующий ролик текстурим вот эту штуку всю.